Мы в таком предвкушении. Вы нам очень много обещаете уже внешним видом. Да, конечно. Все будет. Давайте не будем мы ждать, а начнем. Видите, вас полюбили не только мы, но и зрители. Спасибо. Ваши костюмы, ваши наряды, ваш подход, ваша энергетика сразу вот чувствовалась, как вы вышли на сцену. Но ваш танец меня больше прям зарядил. Ну, я думаю, что очень зажигательно, интересно тоже. Очень ребята постарались. Мне кажется, ребята, вы можете еще лучше. Но мне танец очень понравился. Спасибо. Дорогие коллеги, я на последней секунде нажал на красную кнопку. И что же с вами случилось? Потому что я просто видел набор каких-то таких движений, но я не увидел. Я ждал до последнего момента какого-то кульминации, что вы сейчас что-то такое покажете, что это просто зацепит меня. Но я, к сожалению, не увидел. Вы были «Спят усталые игрушки». Вот вы как будто как усталые игрушки. Да. Ну, давайте тогда голосовать. Алаудин. Я говорю им «Да». Я жду от вас лучшего номера. Говорю «Да». Спасибо. Пока я вам говорю «Нет». В следующий раз давайте, пусть будет супер круто и будет вот этот взрыв. У вас три «да», вы молодцы! Спасибо большое! Ждем вас в следующем туре, ребята! Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.